Здорово всем любителям грибочков, а также любителям побить юдишек. Сегодня я расскажу вам о небольшой расписке для орков, для фанатов скорости, для Evil Sansов. А именно, у нас будет аж 4 чойса. Первый чойс — наш хакушник. Здесь будет Big Mac с Custom Force Field, потому что оно нам крайне понадобится, чтобы пережить первый ход оппонента, если он будет ходить первым. У нашего Big Mac'а с Force Field'ом будет Forward Trade Big Gop, чтобы раздавать свой инвуль подальше. А также я ему решил дать в качестве артефакта Super Keyborg Body, чтобы он мог пережить атаки всяческих вредных вражеских снайперов. Ну, по ней у него у нас будет Трупса. Это стандартные гречины, только их будет не 10, а 11. Почему 11? Потому что, если честно, я просто не нашел, куда оставшиеся 5 очков ростером можно потратить. Ну и вот мы переходим к самой изюминке нашей расписки. Это девкопты. Девкоптов будет 2 отряда. Первый отряд 3 девкопты с... 2 девкопты обыкновенных, одна с биг бомбой. Второй сквад 3 девкопты обыкновенных и одна с биг бомбой. Во втором скваде также мы берем специалист моб, это бумбойзов, чтобы взрываться еще круче. Соответственно, как всем этим вообще играть, спросите вы? Да все довольно просто, на самом деле. Стараемся спрятаться как можно сильнее. Но, понятное дело, девкопты, скорее всего, вас спрятать не получится. На этот случай нам и нужен наш инвуль, чтобы как-то их закрыть от противника. После того, как вы их закроете от противника, этим форсфилдом переживаете первый ход, а если ходите первым, то вообще отлично. Сразу же, благодаря нашему перку Evil Sans, мчим на всех парах к деплойке оппонента, врезаемся в самые мягкие, но стрелючие его отряды, режем их под корень и, собственно говоря, захватываем преимущество на столе. Задача Big Mac'а — адвантить за девкоптами, чтобы не терять покрытие их инвулями. В принципе, расписка довольно простая, интересная и рассчитана на раш. Надеюсь, вам очень понравится, поскольку геймплей будет очень активный и интересный. Я постарался принести вам ростер без всяких парковок, без всяких банка ростеров, без толпы бойзов, но довольно оригинальный. Гречины уже можно использовать для скоринга home objectives, поскольку пользы в бою от них, ну, мягко говоря, чуть больше, чем никакой. Надеюсь, вам понравится эта расписка. Всем спасибо, ребята. До скорых встреч.